Всем привет! Сегодня я вам покажу, как записывать видео с YouTube. То есть, как скачивать с YouTube. Скачивайте программку TubeMate и заходите в нее. У меня версия 3.1.9, но нормальная такая. Сейчас интернет включу. Забыл. Можно ее обновить, конечно, но я не хочу. Тут доступны сайты Twitter, Google, Kakao, TV какой-то и так далее. Instagram, Vimeo, Facebook и YouTube. Тут нажимаете. И теперь вводите то, что вы хотите скачать. Все равно, что вы можете скачать. Все равно, какой видеоролик. Первое только что попалось. Смотрите. Теперь вы нашли в поиске какой-нибудь видеоролик, который вас интересует. Вы нажимаете на него. Сейчас я его остановлю. Ой, случайно. Теперь, если это такая вот красный круг, на котором белая стрелочка вниз. С подчеркиваниями, то есть сохранить в папку, то тогда вы просто вот так вот елозите по странице, и она то пропадает, видите, то исчезает, то появляется. Вы на нее нажимаете и ждете, пока обработается видео. Теперь нажимаете, выбираете формат, в котором вы хотите скачать. Можно даже скачать MP3 файл из этого видеоролика. Или же можно первым и все такое. И нажимаете сюда. Еще раз на нее. И нажимаете ОК. Если попросите из Google Play вас просто. И теперь в выдвижной панели, которая справа, вы можете просто его отследить, эту загрузку. Вот так. В общем, вот такое вот было маленькое видео. Если вы зажимаете, допустим, видеоролик из скачивания и нажимаете на корзину, то вы можете просто удалить как бы отсюда файл, или же удалить из устройства его, или же просто удалить, чтобы не видно было, что он скачет. Вот сейчас. Ставите галочку «Удалить с устройства» и нажимаете «Да». Все, всем спасибо за просмотр и всем до скорых встреч.